В Югре для школьников проведут уроки здоровья. С таким предложением выступила глава региона на очередном заседании, посвященном подготовке к новому учебному году. Тематические занятия проведут во всех школах региона 2 сентября. Школьникам расскажут, зачем нужно носить защитные маски и мыть руки, как правильно обрабатывать вещи и рабочие поверхности. Напомню, с 1 сентября все школы региона начнут свою работу в очном формате с учетом санитарных требований. В школах будут проводить уборку с использованием дезраствуров, а для учеников устроят утренний фильтр. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. При этом для разных классов занятия будут начинаться в разное время, что поможет развести потоки учащихся.